Добрый вечер, слава нашему Господу. Сегодня у нас продолжение первой главы послания Филиппийцам. Отрывок довольно большой, с 12 до конца. Не хочется разрывать просто как бы эту связь уже смысловую. Поэтому внутри которого, кстати, есть несколько тем, и в этом же отрывке звучит главная тема, тема о единстве, то есть главная тема послания Раби Шауля о единстве. Думаю, что вообще эта тема центральная во многих посланиях его, и в принципе это само по себе послание в общину, особенно в общину последнего времени, потому что именно думаю, что не хватает как раз единства. Не нам с вами, мы, слава Богу, как бы трудами и усилиями, трениями и другими способами достигаем этого единства, да? Ну, имеется в виду сцепление. Трение – это сцепление, используя силу трения. Вот, поэтому давайте мы обратимся к тексту. С 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои у Мессии сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Мессию. Одни по любопрению проповедуют Машеха нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Мессию притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иешуа Мессии, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Машиах в теле моем жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Мессия и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть с Машиахом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша в Мессии Иешуа умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Мессии, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Мессии не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Амен. Итак, Раби Шауль ободряет своих соработников, находящихся в Филиппах, причем использует вот свою как бы немощь, свою слабую позицию, потому что он находится в тюрьме сейчас, он в заключении. Но это нисколько не влияет или не останавливает, а даже наоборот способствует его реализации в Боге. Если для других людей заключение в тюрьму является приговором, да, а иногда и на всю жизнь такой вот печатью, он теперь ни на работу нормально нигде не попадет, ничего, то для верующего в Мессию, конечно, если он страдает за веру, если он не посажен туда за воровство или убийство, или еще какое-то другое нарушение, понимаете?
тогда для него не имеет значения, в каком пространстве он находится. И в истории есть немало примеров мужей веры, которые, находясь в заключении, использовали это заключение настолько сильно, что это становилось благословением для многих и многих людей. Например, такой человек, как Джон Буньян, находился в заключении 13 лет в одиночной камере. Написал книгу «Путешествие пилигрима в небесную страну». Считается эта книга второй после Библии по читаемости среди верующих людей. По крайней мере, так было до недавнего времени. Не знаю, как сегодня. Книга действительно очень сильная, богатая прообразами, аллегориями, сравнениями, очень доступно показывает, с какими трудностями может столкнуться верующий человек на пути в небесную страну. И если он действительно рожденный свыше, он, преодолевая эти трудности, достигает вот этого места благодати. Рабби Шауль точно так же. Вера в Иешуа придает силы и приносит ему утешение. Поэтому он сам, в принципе, не нуждается в том, чтобы его пожалели, утешили, ободрили. Он ободряет других. Вспомним давайте эпизод, когда его вместе с Силуаном арестовали, ноги забили в колоду, это боль постоянная, а заковали в цепи. И они славили Бога. Они славили Бога не потому, что им приятно было для тела это было мучение и боль. Но внутренне они понимали, что они страдают не просто за большую идею, они страдают за веру в Бога, они страдают за Мессию. И я уже когда-то говорил, что это является колоссальным доказательством воскресения Господа. Напомню эту идею, потому что она очень важна для верующих людей. Каким образом мы можем быть убеждены или, ну скажем так, как доказать, что Иешуа воскрес? На самом деле несложно. Есть целые книги написаны о том, как из сердца вытекла кровь и вода и так далее. Это тоже все правильно. Есть книга, написанная юристом, который полностью исследовал документы, а документами являлись Новый Завет и все Евангелия. Это исторический документ, несомненно. И исследовав как юрист, он полностью доказывает, что было воскресение. Реально было. Но для нас, простых людей, которые не связаны, скажем так, с юриспруденцией, в то время, когда Иешуа арестовали, в ту ночь, помните, когда его предал Иуда, его оставил не только Петр, его все оставили, это написано в Евангелиях. Все ученики бросили его в тот момент. Обычно, почему мы ставим акцент в проповедях на Петра, потому что Петр, он заранее говорил, если все, то я нет. Если все тебя оставят, то я нет. Я за тобой в огонь и в воду. И Господь ему говорит, ты, петух трижды не пропоет, как ты трижды от меня отречешься. То есть, поэтому весь акцент идет на Петра, как бы смещение. И кажется, что другие апостолы, они в принципе лучше. На самом деле, они все в тот момент испугались и бросили его. Они не могли отдать свою жизнь за живого Господа. Вот он, спасать его, да, вместе с ним идти, если надо, на эшафот или на крест. Они его оставили, потому что этот страх был очень сильным. И это было 100% духовное давление, колоссальное на них, не только физическое. Но когда они увидели его в горнице, когда он к ним пришел, помните? Когда они убедились, что он по-настоящему воскрес, для них воскресение стало настолько же реальным, как для нас, что завтра Йом Ревии. Вот сегодня Йом Шлиши, а завтра Йом Ревии. Вот и для них это стало понятно. Да, вот он воскрес, теперь не страшно умирать. Они поэтому все шли до конца. И Рабби Шауль, который уверовал по-другому, не так, как они. Он же видел уже воскресшего Мессию. Хотя он точно знал, что его распяли в Иерусалиме. Правильно или нет? Но когда он ему явился живой, то же самое. У людей исчезло вот это витальное чувство страха перед смертью. Поэтому мы точно так же, мы должны утешаться
ободряться и радоваться от того, что имена наши записаны в книгу жизни. Не нужен нам, в принципе, дополнительный допинг или стимул такой, знаете, быть верующим. Все время надо подстегивать. Или конференции какие-то, или какие-то это, а то уже как-то так, как-то скучно стало, как-то так вот обыденно, ну что мы все вот, то плов, то не плов, то жаркое там пожарим на всю общину, да? Раньше мы шашлыки жарили, потому что сегодня уже мы не можем, но стараемся иногда, да? Паргиты делали, да. Но как бы и даже это уже как-то не очень так вдохновляет некоторых. Те, которым в принципе и не нужен этот шашлык, да? Согласны на лепешку с хумусом. Вот, Оля так вообще, она, правда, без ножа в гости ходит. Вот я помню, последний раз мы собирались, когда и там что-то лук надо было резать, да? И Оля говорит, так а ножа ж нету, а Виктор муж говорит, так что ж ты в гости без ножа идешь? Как бы все правильно, да, но звучит так. Мне очень понравилась эта шутка, я ее запомнил. Вот, так что, Оля, в следующий раз с ножом ходите в гости. Людям, которые живут по благодати, в принципе, допинг не нужен. Правильно или нет? У нас все время полные баки. Вот даже Хана, конси-конси. Из армии сумка вон большой, слава Богу. Я всегда очень благословляюсь. Я вижу Игорь после работы, да, сюда. Вот Хана из армии. Я хочу всех ободрить. Молодцы, молодцы, слава Богу, так и двигайтесь. Я еще раз засвидетельствую, что когда-то в свое время, я тоже иногда не успевал, вот по работе, да, я не успевал на служение, но я все равно ехал в общину, и было несколько раз, когда я приходил, вот я захожу в собрание, и вот в дверь я за собой закрыл, вот только зашел. Отче наш. То есть концовка, все, Отче наш, концем читаем, правильно? И я такой всегда благодать получал, думаю, Господи, успел. То есть соединиться в молитве с общиной. Никогда не стройте в своем сознании такой вот глупый стереотип, я не успел, теперь не пойду. Если эти обстоятельства, которые ты не успел, по которым ты не успел, объективные, ты не опоздаешь, ты придешь на самую важную для себя часть. Твое зерно упадет в твое сердце. Никогда не думайте, что «О, я теперь опоздал, вообще не пойду». Наоборот, надо идти. Как это? В поезд можно запрыгнуть даже на ходу. И пробежать по перрону иногда чуть-чуть. Зато не опоздал. Вот точно не опоздал. Правильно? А можно за час? Вот я люблю приезжать заранее. Всегда. Аэропорт там, куда-то. Мне лучше посидеть, подождать. Нервная система так у меня устроена. Раби Шауль, находясь в темнице, посмотрите, какая сила, какая благодать идет. Он ободряет других. Он говорит, братья, мои узы, они сделались известны по всей притории. Слава Богу, слава вот зашел, аллилуйя. Я только что вот как раз ободрял всех, кто после работы. Молодцы, молодцы, просто благословенная община. И для меня, я говорю, всегда честь вот служить в такой общине, когда люди не домой едут, потому что чуть-чуть там, да, а сюда, потому что это дом. Узы. Сделались известными всей притории. Его арестовали. Ну, хорошо, теперь он всей притории проповедует. Там 10 тысяч воинов, я почитал в толкованиях. Притория это целое такое вот, ну, как за зеленой чертой, такая территория римская, что ли. Римская. Это Рим на территории другого государства, короче. Вот это притория. Понятно? И его арестовали, тут такое количество людей, которым надо проповедовать. И он проповедует, трудится, работает. Дальше есть интересный отрывок, он говорит, что большая часть из братьев ободрились моими узами, не в плане того, что обрадовались, что его арестовали,
ободрились тем, что он, несмотря на то, что его закрыли, заключили, да, он все равно проповедует там. Понимаете? И вот тут люди, которые стали проповедовать, завидуя его успеху, завидуя его славе, по любопрению, то есть они как бы хотели стяжать себе славу, чтобы их похвалили, чтобы они были как Павел, как будто бы, да? Мотив у людей на самом деле нехороший, так или нет? Но он говорит в 18 стихе, он говорит, ничего, я этому радуюсь. Почему? В самом Евангелии сокрыта спасающая сила. И даже если какой-то человек проповедует это Евангелие из корыстных целей, из желания быть известным, те люди, которые предназначены ко спасению, услышав даже из уст такого проповедника Евангелия, обратятся к Богу и покаются. Конечно, они потом изберут свой путь. Дух Святой их направит. Но само по себе вот Евангелие, его, наверное, невозможно как-то испортить. Они, конечно, создают репутацию плохую служителям, да, но и само Евангелие, оно обладает небесной силой. И вот эти лицемеры, которые так делают, они отдельно ответят перед Богом за свое лицемерие. То есть с них спрос будет, наверное, очень большой. Но те, кого приготовил Господь ко спасению, даже от такого услышав, они покаются, потому что они будут веровать, а вера, именно вера, она зажигает в нас эту вечную жизнь при содействии Святого Духа. А некоторые из любви к Павлу проповедовали, зная, что он поставлен защищать благовествование. Обратите внимание, благовествование, оказывается, нужно отстаивать, защищать. Что это значит? В другом месте написано в Священном Писании, что мы должны быть готовы дать отчет каждому требующему у нас в нашей вере. Это значит, что мы должны уметь объяснить, во что мы верим, в кого мы верим и почему мы верим, во что это значит Божье Слово. Кто это Машиах? Причина, почему? Потому что это правда. И у нас должна, в принципе, вот, формироваться внутри эта доказательная база, которая не должна быть рассчитана на то, чтобы обратить этого человека. Но когда он спрашивает, и я ему даю четкий ответ, он видит, он чувствует, что я убежден в этом. Я в это верю. Вот это то, что может изменить точку зрения неверующего человека. Поэтому очень важно нам в этом направлении выстраивать, как бы, иногда мысленно, иногда пробуя, да, кому-то благовествовать. Община вообще должна проповедовать, община должна говорить. Молчать нельзя. Это сегодня наша тема. И мне легко говорить в нашем собрании, потому что сам дух нашей общины, он такой, что мы все, начиная от детей трехлетних и кончая взрослыми людьми, мы знаем, что мы должны открыто говорить о своей вере. И когда мы так делаем, мы реально видим, нас и на работе уважают больше, правильно? Нас в школе уважают, потому что видят, мы не боимся сказать то, во что мы верим, того, в кого мы верим. Проблема возникает у тех людей, которые пытаются это скрыть, а потом это все равно становится явным. Все равно. И тогда получается, ты что, стесняясь от того, во что ты веришь, что же это за вера? Может быть, среди других народов это и нормально, но среди еврейского народа, которые умирали в концлагерях, в талитах и тфилинах, понимаете? Это уважают, когда ты исповедуешь свою веру открыто. Она другая, она не отличается. Да,
Но ты, по крайней мере, открыто говоришь об этом. Это уже достойно уважения. И все мы это знаем, так или нет? И в этом благодати и благословения у нас нет двойного стандарта, который сегодня, наверное, у 90-95%, к сожалению, израильских собраний есть двойной стандарт. В церкви одно, а в социуме партизаны. Иешуа открыто умер за нас. Это не где-то в углу происходило. Он сказал, кто меня постесняется, того я постесняюсь перед Отцом. Как эти стихи могут не пугать людей? И что интересно, служителя даже учат таким вещам. Ну, тут в Израиле я имею в виду. Не надо, дети, чтобы не говорили. А почему? А в чем проблема? Я что-то не понимаю. Сегодня приходят родители в садик однополые, не стесняются говорить об этом открыто. Нам ли стесняться говорить о нашем Спасителе? Ну, это вообще уже перебор, по-моему. Так или нет? Пусть и будет стыдно, а не нам. Так они не стесняются. И мы, слава Богу, нет. Можем обличать открыто. Поэтому община, я тебя ободряю. Ты самая лучшая, самая красивая в Господе. Слабоватый аминь, но ничего. Это от скромности, я знаю. Рабби Шауль говорит, даже когда люди притворно проповедуют о Мессии, он говорит, я все равно знаю, это послужит мне во спасение по вашей молитве, содействием Духа Иешуа Мессии. Все равно послужит к спасению. Он здесь, это как бы такой, знаете, косвенный намек на то, что он является причиной, побуждающей тех людей проповедовать, хотя и по любопрению. То есть он как катализатор, он настолько был активным, что другие люди зажигались от этого, даже те, кто имел неправильную мотивацию в сердце. 21 стих. Ибо для меня жизнь Машиах и смерть приобретение. Этот стих очень хорошо соединяется с концовкой данной главы. 28 стих. И не страшитесь ни в чем противников. Для них, вот Евангелие, является предзнаменованием к погибели. Приговор. А для вас предзнаменование спасения. И, я еще раз говорю, перекликается 21-28 стихи. Почему? Когда мы живем с открытой позицией вот на земле, мы исповедуем свою веру. Нам трудно это, в принципе, будет скрывать и потом. Понимаете? Когда, возможно, могут начаться гонения или еще что-то. И, в принципе, мир, обладающий физической силой больше, чем мы, мышечной массой больше, чем мы, власти, правильно? Так же, как Иешуа пришли арестовывать римляне. Несмотря на то, что Петр отрезал ухо, там, Малху, все равно арестовали. Не помогла этот выпад смелый. Но когда мир, он как бы пытается нас напугать, он обычно чем нас может напугать? Выгоним с работы, закроем тебе счет, да? Отнимем у тебя все. Нате, берите. У меня мое сокровище не здесь, оно там. И сердце мое там. Очень сильная позиция. И тогда это может начать раздражать этих людей. И что они могут сделать? Максимум убить. Правильно или нет?
Это максимум, на что способен мир. Потому что для них это, в принципе, концовка. И они думают, что все. И Павел говорит, но для нас смерть – приобретение. Они даже если это и сделают, просто ускорят наше попадание, или как правильно сказать, перемещение в Царство Небесное. Да? Самое страшное, что с нами может произойти, максимум раньше попадем в Небесное Царство. Так Павел говорит, это вообще приобретение. Это как в машину времени, чик, и ты уже на небесах. А для них это приговор к смерти. Для них приговор к погибели. А для нас приобретение. Я пытаюсь сейчас озвучить следующую идею. То, что для мира кажется слабостью или слабой позицией, для нас на самом деле является выигрышной позицией. Стратегически выигрыш. Более правильной, более крепкой, более сильной. Потому что мы уповаем на то, чего они не знают. Мы уповаем на то, чего они не видят. И они, и мы видим эту жизнь земную, ценим ее и осознаем. Но мы знаем, что есть гораздо больше, чем это. А они думают, что нет. И получается, что когда они пытаются запугать смертью, Рабби Шауль говорит, не надо этого бояться. А в Евангелии Иешуа говорит, не бойтесь убивающих тело и больше ничего не могущих сделать. А бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. То есть бояться надо Господа, а не того, кто тело может убить. Поэтому вот этот стих 21, для меня жизнь Машиах, имеется в виду центр жизни, смысл жизни, не образование, не работа, не даже семья, жена, муж, дети. Он говорит, для меня смысл жизни – Мессия. И это может вызвать у некоторых людей противоречивые чувства. Как это? Смысл жизни. А как же дети? А как же внуки? А как же то? А как же все? Но если из нашей жизни забрать Машиаха, то оно все теряет смысл, так или нет? Но когда в нашей жизни он есть, тогда нам есть что передать и детям, и внукам. Приоритет. Понимаете, мирские люди иногда пытаются там высмеять нас, или там, типа, они думают, что умнее нас, или могут там нам что-то показать, или доказать. Но слава Богу, вот сколько раз в моей жизни было, наверное, не часто, но были у меня эпизоды. Буксуют и ничего не могут сказать. Это даже я помню сейчас, вот вспомнил, когда там родственник по моей жене по линии, да, декан, где он там декан, Ира? Институт международных отношений в Москве. А он доцент там или кто он там, потому что он декан. А я только уверовал. Вообще, ну еще только-только вот. И на свадьбе мы у нашего родственника разговаривали, у племянника нашего. Да? Целый вечер я с ним. Он сильно удивлялся. Во-первых, мне тогда было там чуть больше 30, да, 30 лет, может. И как бы он все никак не мог меня поймать. А это, а то. И как бы все, что он знает, оказалось, и я знаю. Ну, так совпало. Я думаю, это от Господа. Даже книжки редкие, которые мало кто читал, а я их прочитал, знаю, о чем идет речь. Я верю, что Бог, Он всегда дает нам, если мы движемся уверенно, понимаете, да, что я пытаюсь сказать, по нашим силам, по нашему вот
уровню. Он дает нам возможность показать преимущество Евангелия. Не преимущество, что мы умнее, мы больше знаем, мы там более эрудированные, нет. Именно преимущество Евангелия. Мудрость небесная, которая сокрыта в Евангелии, а она понятна становится только тогда, когда мы живем по этому слову. То есть, когда мы что-то прочитали и поняли, это надо зафиксировать несколько раз действием. Ну, как в школе учатся. Теория, лабораторная работа. Так или нет? Теория, потом практика. Вот на машине надо сдать на права. Теория, потом практика. И любое так. Так же и здесь, друзья. Теория, практика. А когда только теория, вот то, что ты выучил месяц назад, вытесняется новым материалом. Ты все время помнишь то, что учил сейчас. А когда ты на практике это проживаешь, оно заходит в кости, и ты это помнишь все время. Не надо записывать даже. Он говорит, если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то я даже не знаю, что выбрать, он говорит. Лучше было бы умереть и уже быть с Господом на небесах. Влечет меня, он говорит, и то, и другое. То есть он перед выбором, ему нравится идея о том, что уже можно быть на лоне Авраамова, наслаждаться там, и все, вот этого уже не видеть, то, что мы видим здесь. С другой стороны, он говорит, я верю и знаю, что останусь и пребуду с вами. То есть, если здесь на земле, оставаясь во плоти, я могу быть полезен вам, то я буду это оставаться и делать. Но он говорит, я точно верю, я знаю, что я еще буду с вами. Мы помним, что когда он шел последний раз в Рим, да, он знал, что будет уже арестован и казнен. И он все равно пошел. Почему? Потому что так говорил ему Святой Дух в его сердце. Кто-то скажет, да, но было пророчество через, не помню, Агав, да, звали. Было пророчество. Было. Возможно, чтобы еще раз проверить его настрой, его как бы... Но Павел никогда не был человеком, который уходил как бы в сторону. Он же пишет, хотели пойти туда, Дух Святой говорит, не ходи туда, не проповедуй. То есть, если бы он слышал в своем сердце, он бы, наверное, не пошел. Но в своем сердце он как раз слышал этот призыв туда идти, несмотря на предупреждение. Я думаю, что рабби Шауль прекрасно понимал, что его все равно арестуют и схватят не в Риме, так в другом месте, то лучше уже там, в Риме, чтобы уже финиш был правильный. Рим на то время, это же была вершина мира, как бы, понимаете? И он шел туда, чтобы там сказать и уже оттуда пойти на небо. Так все и было в итоге. 28 стихе, 27, 28. Он призывает к единству. Живите достойно благовествования. Смотрите, насколько он призывает как бы нас правильно оценивать то звание, которым мы названы. Вот мы говорим, я верующий. Этого мало. Нужно еще отвечать, ну, поступать надо как верующий, иначе ничего такого хорошего ты не делаешь, в принципе. Живите достойно благовествования. Чтобы, когда я приду или не приду, услышать от вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Я думаю, это центральная мысль здесь, потому что нам тоже нужно подвязаться, то есть встать на сторону проповедования, Евангелия. Благая весть в чем заключалась? Классика проповеди для евреев находится во второй главе Деяний апостолов, когда проповедует Петр.
Он говорит, вы начальника жизни убили, бандита отпустили, покайтесь, погрузитесь, омойтесь, ритуально очиститесь, получите Святой Дух. Проповедь на самом деле очень простая для евреев. Я вам скажу почему. Язычникам нужно же объяснять, что есть Бог на небе, который сотворил все. То есть, ну, с нуля надо начинать. И это сложно на самом деле все рассказать. Евреи уже это все знают. И знают хорошо. Осталось только снять покрывало и показать Мессию. Если это произойдет, все остальное выстроится само по себе. Как у Павла, например. Взяло время там 3 года переосмыслить, пока он был в пустыне, вот в Аравии. Когда разложил все по полочкам, пошел уже до конца. Поэтому жить достойно благовествования, это очень важно для нас. Это значит изо всех сил стараться поступать так, как говорят нам заповеди. А само Евангелие заключается в том, что Машиах пришел уже на землю и умер за наши грехи, и воскрес в 3-й день. И не бойтесь, что вам в глазах кто-то рассмеется. Попробуйте хоть раз рассмеяться ему в глаза в ответ, только по-настоящему, изнутри, так, от живота, чтобы смех пошел. Увидите, человек сразу... Это на место ставит человека, как бы. Ты... Я так делал. Я говорю, ты что, не знаешь таких простых вещей? Да ты что? Как это? Они думают, что они нас атакуют. Мы должны знать Евангелие. Он умер и воскрес за наши грехи. Это элементарно. Это просто. И это правда самое главное. Мы же верим в это. Ну, а чего бояться правду сказать? Вы знаете, смеется тот, кто последний. Так или нет? Смеется. А в Писании написано «Ицхак Адонай». Есть такой стих в псалмах. «Посмеется Господь над теми, кто над ним смеялся когда-то». Мы на правильной стороне. В одном духе, подвязаясь единодушно. Как бы есть усиление тут. Один дух единодушно. То есть община должна быть как действительно цельное тело Мессии. Поэтому мы все прилагаем немало усилий для того, чтобы у нас не было никаких группировок, формирований. Хотя у нас, слава Богу, есть... Я верю, будут расти, умножаться и развиваться домашние группы, а не группировочки. А я Вальдемаров, а я Даниилов, а я Веренчиков, а я Иосифов, да? А я Ростиславов. Все мы принадлежим Мессии, так или нет? Вместе делаем этот труд. Вот это единство, оно должно... вырабатываться, мы его должны каждый раз закреплять внутри себя. Поэтому, слава Богу, у нас есть праздники Господни, которые сближают нас. Да? Я знаю, вот семья Ивлевых пришла через праздники к нам. Они, а первый раз они пришли, Виктор, именно с Ольгой. Первый раз они пришли еще, когда у Даниила мы на предыдущем адресе мы там шашлыки делали, да, собирались все. Виктор пришел. Ну, Оля раньше, но Виктор пришел. Я имею в виду, что есть возможность просто позвать людей покушать шашлык, покушать плов. Правильно? Рая. Слава Богу. Поэтому я всегда говорю, когда праздники, приводите знакомых, сотрудников. Даже если, ну, не будут. Мишин сын, я помню, тоже приезжал. Хоть какой-то контакт, хоть как-то человек, хоть что-то увидит там. Не важно, что не зацепилось пока. Мы же не знаем, это может сработать потом. Он вспомнит, слушай, там так хорошо было, так легко, никакого напряга. Я же вам говорил, почему верующим в
принципе, не надо расслабляться, потому что мы не напрягаемся. Я давно когда-то это услышал, эту шутку, когда у брата спрашивают: водку не пьете, не курите, а как вы расслабляетесь? Он говорит: так и мы не напрягаемся. Даем ответ, отчет о своей вере, правильно, в понятном формате. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть признаменование погибели, а для вас спасение. Даже когда нас пугают смертью и хотят убить, не дай Бог, это для них погибель, а не для нас. Вы понимаете? Надо осмыслить это, в этом есть колоссальная сила, потенциал. Поэтому сама по себе вот вера, да, небесное царство, я когда-то это говорил, еще хочу сказать, что вот наш якорь веры, он должен быть заброшенный в небо, и крепко надо держаться за эту веревочку, веревку, толстая веревка, и якорь в небо, раз, и такой он засел там. И когда на земле тяжело и все плохо, ты раз на этой веревке вот так и повис. И там оно там на земле где-то, а ты тут. У тебя связь не с землей, у тебя с небом связь. Понимаешь, да, душа? А тут на земле ты раз-раз, и уже другие обстоятельства, другие люди, и все, ты уже опять живешь и двигаешься дальше. Но сам момент, где искать точку опоры, не ищите ее на земле, ищите ее на небе. Наши имена вписаны в книгу жизни. Потому что вам дано ради Мессии не только веровать в Него, но и страдать. Понимаете, когда людям говорят, что верующие в Иисуса – это богатые, красивые, молодые, не стареющие, это уже похоже на какую-то шаманизм, вот по-моему, да? Это только ведьмы не старели. Или там колдуны какие-то, а потом, ну как в сказках, знаете, как в кино, а потом чик такой сразу, и скелет на месте, и истлел уже такой, за 2 секунды. Он как бы внутри уже давно труп, на самом деле. То есть, нам дано страдать. Иногда приходится нам страдать. Людей пытаются увлечь этой идеей, что если ты уверуешь, то ты как будто жар-птицу поймал какую-то за хвост. Но это же не так. Ишуа говорит, это путь тернистый, узкий, трудный. Никогда не обещал вот эти вещи. А людям обещают. Почему? Это лжеевангелие, это земным пытаются увлечь. И мы не должны на это покупаться. Несмотря на то, что в теле Мессии есть и обеспеченные, и очень обеспеченные, которые занимаются и меценатством, и пожертвования дают большие, и так далее, чтобы работа шла. Так было в Деяниях апостолов, так описано. Люди продавали дома и приносили к ногам апостолов. Представляете, какое доверие было апостолам, что они не себе возьмут и построят дом на эти деньги, там виллу где-то, а что будут использованы они на Евангелие. Вдумайтесь только. Уровень доверия какой. А представьте, апостолам к ногам принесли, они тут вечером, когда все домой ушли, раз там поделили, и там кто-то себе на Кипре дачу построил, а кто-то себе там в Кесарии на берегу. И это современные апостолы так делают сегодня. Правда похоже или нет? То те, которые там в Библии были, так не делали. Вот они настоящие. Конечно, если тебе наследство достанется, дача или как это, вилла в Кесарии, хорошо, слава Богу, будем собираться там, будем шашлыки делать, плов жарить. Посмотрим, пустишь ты нас или нет после этого туда.
петь наши песни. Да? То, что для нас важно не стесняться своей веры, я это подчеркнул. И, в принципе, в нашей общине не нужно особо это прокачивать. Мы все этим живем и так, но повторять нужно. Потому что и Петр говорил, апостол Петр, что повторение – это мать учения. Он говорит, я буду все время вам напоминать важные вещи. Рабби Шауль не стесняется говорить, что он совершает подвиг. Обратите внимание, он не страдает вот этой ложной скромностью или дешевой гордостью. Ой, нет, нет, это... Он подвиг совершает, он так и пишет. Таким же подвигом, какой вы видите во мне, видели во мне, и ныне слышите о мне. Он уже знает и считает себя по праву героем веры. Само по себе, конечно, этот момент, он довольно непростой, потому что в другом месте написано, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Я думаю, что уровень посвящения Рабби Шауля был настолько высоким, что позволял ему сделать такое заявление, и зная, что он дойдет до конца, потому что в его сердце уже было это решение. Откуда я знаю? Из первого послания, извините, из второго послания к Коринфянам. Хочу вам этот стих прочитать. Первая глава, 9 стих. «Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Аминь. Второе в Коринф, первая глава, 9 стих. Он уже имел внутри себя приговор к смерти, понимаете? И жил как приговоренный, как будто вот сегодня уже последний день. А что нужно приговоренному, в принципе, в последний день? Сделать самые важные дела, правильно? И хорошо покушать. Но обычно дают покушать. Обычно людям дают, ну, последнее желание, да, кто что просит, кто покушать, кто выпить, кто сигарету. Я не знаю, какие порядки, но исторически мы знаем, что казненному предоставляли как бы его последнее желание удовлетворить. Так Рабби Шауль жил как приговоренный, и его желанием было единственным не насладиться земными вот этими удовольствиями, а передать Евангелие. И вот это центр его жизни. Передать Евангелие. Если мы сумеем впитать себя и пропитаться этой идеей, я вас уверяю, ваша жизнь будет успешной. Она будет успешной в плане реализации. Реализации в Боге. И, конечно же, земные участки тоже попадут под благословение. Такие территории, как семья, там, муж, жена, дети, внуки. Это попадает под благословение, потому что тот, кто ищет небесного царства, Бог обеспечивает нам более мелкие как бы вещи, более такие вот земные, что ли. Одежда, еда, попить, там, на чем ездить и все такое. И в принципе, вот главная вот эта идея сосредоточиться на Евангелии. Пускай Господь нас благословит и поможет нам в этом. Аминь.